Давным-давно не умирают за что-то. Давным-давно. Я вот тоже спрашиваю наших ребят, вы там встречаете вообще идейных? Плен когда берут? Давным-давно нет. Это поначалу. Вот эти там азовцы, Мариуполь, еще чего-то. Сейчас украинцы умирают, потому что их заставляют умирать. И больше ни почему. Там одни мобики. Понимаете? Там идейных практически не осталось. Ну, по крайней мере, это то, что говорят мне люди с фронтов. Таких там сейчас большинство. Понимаете? Которые счастливы попасть в плен. Они не собирались воевать. То летом это стеснилось все вообще. У них никаких идей, никаких вот за что я воюю, за веру, уничтоженную Зеленским, за самого Зеленского, русского артиста еврейского происхождения, который прыгал на сцене в России много лет, десятилетиями. На этом заработал очень много денег, а теперь стал украинский патриот. Ну что, идиотом надо быть, чтобы это поверить? Парни, можете бежать, сбегать в плен к нам. Тогда все будет ровно. Я вот обращаюсь сейчас к украинским военным, тем из них, кто попал туда насильно и не хочет с нами воевать. Я уверен, что таких большинство.